Чудо мозга. Наша эра – эра технологий и коммуникаций. Компьютеры и телефоны связывают между собой даже самые отдаленные уголки нашей планеты. Благодаря возможностям современных технологий, сегодня около 6 миллиардов людей могут связываться друг с другом из любой точки мира. Ученые разрабатывают новые проекты, чтобы сделать все новые шаги в развитии технологий связи. Но уже сейчас в мире существует такая сеть сообщения, что около 100 миллиардов ее пользователей постоянно сообщаются друг с другом. Для облегчения этого сообщения пользователи устанавливают триллионы новых соединений. Однако в этих соединениях никогда не возникает каких-либо проблем, которые порой бывают с нашими компьютерами. Пользователи этой сети никогда не устают и не отдыхают. Здесь никогда не отключается электричество. Это наш мозг. Эта превосходная коммуникационная сеть начала устанавливаться, когда еще никто и не знал о вашем существовании и предстоящем появлении на свет. С вашим рождением развитие этой системы ускорилось, и число построенных с того дня сетей растет с каждым днем. С возрастом ваш опыт формирует ваш мозг, а ваш мозг, в свою очередь, формирует вашу личность. Ваш мозг поддерживает мощную связь, которую вы построили и которую вы будете поддерживать с окружающим вас миром. В этом фильме мы познакомимся с совершенным, божественным строением и функционированием вашего мозга, одной из наиважнейшей составляющей жизни человека. Чудо в мозге ребенка. Этому эмбриону всего 3 недели. Возможно, даже его мать еще не подозревает о его существовании в ее утробе. Но во всем теле и организме ребенка наблюдаются необычайное оживление, происходят беспрерывные изменения. В этот период клетки быстро размножаются, делятся и изменяются. В это же время начинает проявляться формирующийся позвоночник. По достижении 4 недель самыми быстро развивающимися клетками являются нервные клетки, то есть нейроны. Каждую минуту образуется около 500 тысяч нейронов. Нейроны – это самая долговечная группа клеток, и они живут вместе с нами всю жизнь, никогда не обновляясь. В конце 4 недели нейроны покидают позвоночник. Здесь мы становимся свидетелями еще одного подлинного чуда. Нейроны совершенно точно знают, куда им необходимо следовать и что им следует делать после того, как они покинут позвоночник. Причем они никогда не ошибаются и всегда в точности исполняют программу. В этом процессе нет места и малейшим погрешностям. Как получается, что нейроны, не имеющие ни зрения, ни слуха, находят необходимое направление движения без единой ошибки? Возможно ли предположить, что столь превосходное путешествие и программа действий может происходить случайно для каждого человека, обладающего ясным разумом и логически мыслящего? Ответ предельно ясен. Каждая клетка в организме человека сотворена для выполнения специальной задачи и также специально размещена в только ей предназначенном месте, соответственно, своей программы действий. Аллаху принадлежит все, что суще в небесах и на земле. Аллах объемлет все и вся. Одними из бесподобных структур в проекте мозга являются также помощники нейронов – глии. Глии
образует собой скользкие клейкие волокна, которые облегчают продвижение нейронов. Эти волокна можно сравнить с многополосной автомагистралью. Нейроны, как конвой, движутся прямо к месту назначения. В беспрерывном процессе этого движения не происходит ни пробок, ни аварий, поскольку каждый нейрон движется четко по программе, используя закодированную в него информацию самым верным образом и точно в назначенное время. Это движение нейронов подобно миграции. Нейроны, вышедшие за пределы позвоночного столба, начинают образовывать многослойную структуру головного мозга. Развитие головного мозга можно представить себе как спектакль. Этот спектакль имеет свой сценарий, написанный генетическими кодами. Но здесь нет ни режиссера, ни постановщика. Есть группа актеров, не понимающих язык друг друга. Но представление их всегда ставится на сцене с невероятным успехом. Практически все органы шестимесячного плода начинают приобретать свои очертания. Руки, нос, сердце, легкие и, конечно, мозг. В этот период мозг развивается очень быстро. Число нейронов мозга плода уже достигает 100 миллиардов. Между этими клетками устанавливаются триллионы соединений, число которых будет беспрерывно расти в течение всей последующей жизни этого маленького человека и после того, как он появится на свет. Наука пока не в силах объяснить, каким образом строятся эти соединения. Электрические импульсы, возникающие между нейронами, обеспечивают бесперебойные сообщения между телом и мозгом. Вот настал момент рождения, когда младенец открывает глаза в этом мире. И с этого момента его ожидает длительный период обучения. Младенец будет учиться использовать свои глаза, уши, ножки. В то же время он будет развивать уникальные способности говорить и мыслить, которыми Аллах наделил только лишь человека. Для этого он будет использовать нервные клетки, которые на протяжении всех 9 месяцев в материнской утробе постоянно размножались и устанавливали между собой многочисленные соединения. Чувство обоняния – одно из первых развивающихся у ребенка. Двухдневный новорожденный узнает свою мать именно по запаху. Самым же последним из органов восприятия у ребенка развивается зрение. Этот мир в глазах новорожденного еще расплывчат и нечеток. Ребенок начинает видеть этот мир так же, как и взрослый человек, только по достижении 6 месяцев. Тогда он уже может следить за движущимися объектами и воспринимать трехмерное пространство. По мере развития ребенка нейроны постоянно накапливают поступающую извне информацию. Мозг 11-месячного ребенка уже в состоянии воспринимать культуру, в которой растет, язык, присущий этой культуре. В этот период развития некоторые нейронные сети используются чаще, чем все остальные. Часть этих сетей расширяется, умножается и усиливается, в то время как сети, не используемые мозгом, исчезают. Но как же работает эта нервная система, которая не имеет четко обозначенных границ и по своему строению превосходит все даже самые современные компьютеры? Нервная система – это сложный комплекс, состоящий из примерно 100 миллиардов нервных клеток нейронов и триллионов межнейронных соединений. Предположим, что вы общаетесь с вашим другом посредством компьютера и сети интернет. Потом к вам присоединяется еще один ваш приятель. Теперь увеличим эту схему и представим, что все жители 16-миллионного Стамбула начинают одновременный сеанс общения в интернете. Пусть это сложное движение сообщений служит одной общей цели, и пусть этот сеанс общения продолжается на протяжении человеческой жизни. Увеличим число сообщающихся в интернете городов до 62 тысяч.
и попытаемся представить себе сеть, посредством которой сообщаются друг с другом жители 62 тысяч 16-миллионных городов, таких как Стамбул. Вот таков ваш мозг. Искусственное построение подобной сети сообщения при нынешнем уровне технологического развития невозможно. Но многочисленные клетки, размещенные в недрах нашего мозга, сообщаются между собой именно так. Это уже само по себе есть чудо сотворения. Нервная система состоит из периферической нервной системы и центральной нервной системы. Периферическая нервная система с непостижимой скоростью передает в мозг всю информацию, полученную со всего организма. За передачу этой информации отвечает около 1 миллиарда нейронов, образующих позвоночный нервный столб. Нейроны, охватывающие руки, ноги, внутренние органы и каждую точку тела человека, подобно коммуникационной сети, обеспечивают связь между телом и мозгом. Нервные окончания обеспечивают гармоничное функционирование и баланс всего организма. Центральная нервная система, в свою очередь, является чрезвычайно сложным командным центром по обработке всех поступающих сюда из организма данных и принятию решений согласно этой информации. Число нейронов, задействованных в работе центральной нервной системы, достигает 85 миллиардов. Головной мозг, представляющий собой главную часть этой системы, составляет только 2% от общей массы организма. И миллиарды нейронов сотворены так, что умещаются в таком маленьком компактном органе. Главные служащие этой системы – микроскопические клетки, каждая из которых по своим размерам не превышает и 1/200 части миллиметра. Все эти клетки в комплексе обеспечивают работу мозга, многие функции которого все еще представляют для нас тайну. И что самое важное, эта великолепная коммуникационная сеть образована группой микроскопических неразумных клеток. На мембранах клеток мозга имеются специальные антенны, так называемые дендриты, ответственные за принятие сигналов, посылаемых из организма. Антенны присоединены к основному корпусу, который, в свою очередь, на другом своем конце имеет своего рода центральную станцию, так называемый аксон, посылающий информацию. Форма нейронов меняется в зависимости от местонахождения и выполняемых функций. Например, длина аксона, передающего импульсы от позвоночного столба к ладони, составляет 1 метр, в то время как аксон, соединяющий глаз с мозгом, по длине равен всего 5 сантиметрам. Миллиарды нейронов передают информацию, получаемую от органов чувств к мозгу, с невероятной скоростью. Эта скорость составляет 50-ю часть секунды. При передаче этой информации клетки используют электрические и химические сигналы. Число антенн каждой нервной клетки колеблется от 100 до 10 тысяч. Это число может уменьшаться или увеличиваться. Антенны принимают информацию, поступающую от одной клетки, и передают ее в находящуюся на другом их конце станцию. На станции, то есть в аксоне, находятся капсулы, ответственные за распределение информации. Эти капсулы заполнены нейротрансмиттерами, передатчиками, преобразующими электрические импульсы в химические сигналы. Два нейрона разделены между собой синапсическим пространством. Пространство, которое вы сейчас видите, в действительности равно 50-тысячной доле миллиметра. Нейротрансмиттеры переходят от одной клетки к другой вот по этим пространствам и таким образом обеспечивают межклеточное сообщение. На одном конце клетки расположены передатчики, а на другом – приемники. Электрический импульс поступает к нейротрансмиттерам на аксонном конце нейрона. Отсюда начинается массированный поток молекул. Другой конец клетки покрыт рецепторами, которые по своей форме напоминают тюльпан. Когда молекулы достигают рецепторов, те открывают свои лепестки и впускают внутрь. Каждая молекула имеет только один свой вход. И молекула, и вход сотворены так, что подходят друг к другу как ключ к замку, и ни один трансмиттер не сумеет воспользоваться входом, предназначенным для другого нейротрансмиттера.
Молекулы порождают в клетке приемники новый электрический импульс. Информация передана к другой клетке, и теперь уже миссия нейротрансмиттеров окончена. Выполнившие свою задачу молекулы, пройдя только через предназначенные для них двери, возвращаются обратно в свою нервную клетку нейрон. Для безукоризненного выполнения всех своих функций нейроны нуждаются в питании. Клетки мозга питаются только чистой глюкозой и кислородом. Если подача необходимого кислорода к нейронам будет прекращена, передача информации прервется, поскольку глюкоза, единственный вид топлива для нейронов, может быть использована только при наличии кислорода. Недостаток кислорода означает невозможность использования глюкозы. А это, в свою очередь, означает либо медленное сохранение информации, либо вообще прекращение сохранения и передачи информации. Эти случаи мы называем замедленной реакцией или забывчивостью. Нейроны – не единственные элементы нервной системы. Клетки глии наделены функцией поддержки и защиты нейронов. По своей массе мозг наполовину состоит из клеток глий. Поскольку они по размерам меньше нейронов, их число превышает число нейронов примерно в 10 раз. Некоторые глии помогают питанию нейронов, а некоторые образуют вокруг аксонов чехлы, называемые миелином. Этот чехол с одной стороны изолирует поверхность аксонов, по которым передаются электрические импульсы, а с другой увеличивает проводимость на их концах. То есть информация передается к другим нейронам с наименьшими потерями. Сегодня практически во всех коммуникационных устройствах, а также в ряде медицинских аппаратов, по такому же принципу быстрой передачи информации с наименьшими потерями, используются волоконно-оптические кабели со специальным покрытием. Цель использования подобных кабелей – уменьшить время передачи данных. Изобретение оптического волокна имеет значительную важность в распространении и развитии скорости коммуникационных технологий. Но если мы обратим взгляд на человеческий организм, то увидим, что все детали его строения продуманы и идеально размещены в соответствии с выполняемыми функциями еще в материнской утробе, точно так же, как и миелиновая оболочка сотворена в самой ее идеальной форме и в самом необходимом месте, то есть только в нейронах мозга. Одна из групп клеток глий отвечает за защиту нервной системы от чужеродных веществ и микроорганизмов. Эти клетки обволакивают чужеродные вещества и, словно поедая, уничтожают их. И все, что ученым на сегодняшний день известно о мозге, является только верхушкой огромного айсберга, глубинная часть которого все еще остается для нас неизведанной. Вот настолько сложный, неповторимо тонкий и превосходный проект заключает в себе наш мозг. И попытки людей, наделенных этим чудесным органом, старающихся представить это явное чудо сотворения как результат случайности и объяснить его появление теорией эволюции, по меньшей мере, нелепо и неразумно. Вот что Аллах сообщает нам в Коране о людях, которые охвачены столь неразумными представлениями и отрицают доказательства существования нашего Творца, создавшего нас в утробах наших матерей из небытия. «Ужель не видит человек, что мы сотворили его из капли влаги, но теперь предстает перед нами с явной враждой? И приводит он притчи, забыв о своем сотворении, и говорит, кто же оживит эти сгнившие, истлевшие кости? Скажи ему, Мухаммад, оживит их тот, кто создал их в первый раз, ибо он сведущ в любом творении». Развитие мозга ребенка. Детские годы развития человека являются временем самого активного развития мозга. Поскольку такие дарованные Аллахом блага, как умение говорить и читать, начинают развиваться и использоваться именно в это время. Этот период характерен тем, что мозг накапливает и сохраняет всю информацию, которую он получает посредством органов чувств.
Поэтому мозг ребенка имеет в два раза больше нейронных сетей, чем мозг взрослого человека. Обучение происходит благодаря узнаванию друг друга нейронных сетей. И чем выше степень этого узнавания, тем полноценнее развивается ребенок. Например, сначала он ползает, затем начинает ходить, а потом говорить. В этот период ребенок также приобретает такие социальные и умственные навыки, как знакомство и дружба с другими детьми, умение концентрировать свое внимание на чем-либо, запоминать события. Но ни один из всех процессов обучения этого периода не может сравниться по феноменальности и сложности с приобретением способности говорить. Как ребенок начинает разговаривать? Может ли эта способность, беспрерывно направляемая и контролируемая мозгом, появиться как итог цепи случайных совпадений и случайных процессов? Причем случайно повторяясь каждый раз в новорожденном ребенке? Все имеющиеся научные данные приводят к одному ответу – нет. Мозг – это результат безупречного, совершенного замысла и сотворения. Всевышний Аллах сообщает людям об этом бесподобном сотворении в одном из аятов Корана. «Аллах извел вас из утробы ваших матерей, когда вы еще ничего не знали, и даровал вам слух и зрение и сердца, чтобы вы, быть может, были ему благодарны». Способность говорить контролируется нейронами левого полушария человеческого мозга. Структура механизма, плана, позволяющего человеку говорить, в сущности заложена в мозге еще с первого мига появления ребенка на свет. Но ребенок начинает говорить только по истечении определенного периода развития. Поскольку мозг, как и в случае с компьютерной сетью, должен получить, накопить и сохранить в себе необходимое количество и качество определенной информации. Способность говорить неразрывно связана с механизмом памяти. При отсутствии у человека памяти он не сможет говорить. Сохранение информации в памяти осуществляется мозгом в два этапа, называемых кратковременной и длительной памятью. Длительная память развивается у ребенка примерно в 2 года. И поскольку способность говорить напрямую связана с развитием длительной памяти, ребенок начинает говорить в полном смысле этого слова только с 2-летнего возраста. Вопреки распространенному мнению, мозг не сохраняет в своих извилинах всю поступающую в него информацию для последующего ее использования на протяжении всей жизни. Значительное количество неосмысленной, неиспользуемой информации в кратковременной памяти стирается. Вся информация, поступающая от органов чувств, концентрируется в участке мозга, называемом гиппокампусом. Если определенная информация не связывается с навыками, то после недолгого ее сохранения она удаляется. Например, мы слышим речь на незнакомом нам языке и не понимаем ее. И поскольку эта речь не имеет для нас определенной пользы, она не задерживается в нашей памяти. Некоторые знания и информация нужны нам лишь на определенное короткое время и сохраняются мозгом в памяти лишь столько времени, сколько они используются. Этот период времени хранения может быть равен и 1 минуте, и часу, и дню, а иногда и 3 годам. Примером такой информации можно привести математическую формулу, выученную вами для одного экзамена, или пароль доступа в базу данных компьютера. Вся подобного рода информация сохраняется в кратковременной памяти и стирается по мере ненадобности. Длительная память содержит в себе информацию, направленную из гиппокампуса в кору головного мозга. Каждая новая запись запускает в действие миллионы нейронов. Так гиппокампус контролирует соответствие новых данных с имевшейся ранее информацией.
Если полученная новая информация связана с ранее полученной информацией, то она записывается в более нижних слоях коры головного мозга. Поступающие данные никогда не записываются как единое целое. Мозг сначала делит изображение или иной вид поступающей информации на основные части, поскольку каждая часть будет сохранена в отдельной части коры мозга. Например, яблоко. Его форма, цвет, вкус и запах будут зафиксированы в разных частях мозга. При необходимости, при столкновении с любой из деталей характеристики яблока, из памяти мгновенно вызываются все мельчайшие детали, которые заключают в себе понятие «яблоко». Этот процесс называется «вспоминание». И этот процесс происходит настолько быстро, что мы можем даже не успеть осознать, что мы что-то вспоминаем. А иногда бывает так, что, вызывая из памяти, например, название фильма, который мы смотрели лет 10 назад, мы порой вспоминаем его целый день, и только тогда его название вновь приходит из запасников памяти. Сегодня посредством приборов мы можем получить изображение мозга во время его работы. И благодаря этому мы знаем, какие функции исполняют определенные участки коры головного мозга. К примеру, вот этот отдел коры анализирует данные, поступающие через глаза. А этот принимает сигналы от органов осязания. Этот, соседний отдел, проводит координацию движений всех мышц. Речевые процессы контролируются только в этих двух точках левого полушария мозга. Учеными были изучены и определены функции только вот этой малой части коры мозга. Остальная же, большая часть, все еще хранит в себе множество неразгаданного. Другим поразительно сложным явлением детского периода развития человека является период развития навыка чтения. Для того, чтобы мозг произвел процесс чтения у ребенка, необходима одновременная и гармоничная работа многих различных участков мозга. На первом этапе этого процесса чтения задействованы глаза и зрительные функции. Только для этого мы используем 30 различных участков нашего мозга. Эти участки анализируют данные о цвете, движении, форме, удаленности и пространственном положении воспринимаемых объектов. Читая, мы используем все эти подсистемы. Мы воспринимаем каждую букву в отдельности, затем анализируем группы букв в виде слов, а из комбинации слов понимаем смысл предложения. Мозг выстраивает прочитанное в особом порядке, затем создает определенную тему и, используя найденные в памяти миллионы соответствующих зрительных и незрительных ассоциаций, образует новую композицию. Все эти системы активизируются в одно мгновение, причем это происходит вне нашего сознания. Наше сознание не участвует в этом процессе. И в случае сбоя в работе хотя бы одной из множеств этих систем, человек не сможет воспринять даже одну букву. Одним словом, даже для того, чтобы прочитать хотя бы одно слово, человек нуждается в совершенной работе превосходной системы, которой Всевышний Аллах своей милостью наделил его мозг. Человек, знающий эту истину, должен воспринимать все, что он читает, с тем осознанием, который Аллах повелевает нам в Коране. Читай во имя Господа твоего. Он сотворил человека из сгустка. Читай, ибо Господь твой наищедрейший. Юношеский период развития человека – это период между 12 и 20 годами. Физическое развитие мозга уже закончено, и его масса достигает около 1400 граммов. Строение мозга мы можем изучить в трех частях, как левое и правое полушария, продолговатый мозг и кора головного мозга. Продолговатый мозг – это своего рода мост, который соединяет периферическую нервную систему с мозгом. Продолговатый мозг состоит из нескольких различных частей. Маленькие составляющие мозга выполняют непостижимые разумом сложнейшие функции. Мозжечок, расположенный здесь, ответственен за координацию движений и работу мышц. Благодаря работе мозжечка мы можем стоять и сохранять равновесие, стоя на двух ногах, можем ходить. Однако, что поразительно,
этот жизненно важный орган нашего организма занимает всего лишь 10% объема нашего мозга. Средний мозг контролирует ритм биения вашего сердца и частоту дыхания. Этот маленький участок мозга, который даже не знает, где располагается ваше сердце и как оно выглядит, отдает сердцу команды, как и с какой частотой оно должно биться. Таламус обеспечивает сообщение и координацию информации между продолговатым мозгом и полушариями мозга. Гипоталамус – еще один орган мозга, ответственный за многие жизненно важные физиологические функции. Контроль температуры тела, кровяного давления в организме, болевые ощущения, чувство голода и жажды. Гипоталамус, содержащий в себе миллиарды нервных клеток и осуществляющий все эти операции, является собой всего лишь маленький кусочек плоти весом в 4 грамма. Но как возможно, что эти мельчайшие органы определяют все жизненно важные функции и гармоничную работу нашего организма именно тогда, когда нам нужны эти функции? Ответы на все эти вопросы сокрыты в знании и ведении Всевышнего Господа. Левое полушарие мозга контролирует все функции правой стороны тела человека, тогда как правое полушарие мозга ответственно за левую половину нашего тела. Полушария внешне являются зеркальными отражениями друг друга, но, несмотря на внешнее сходство, функции, которые они исполняют, существенно отличаются. Например, участки, ответственные за работу речевой функции, находятся в левом полушарии. Участки же, контролирующие восприятие нами места в пространстве, находятся в правом полушарии. Внутренние участки полушарий, ответственные за исполнение поразительного множества функций. Обучение, память, поддержание внутренней гармонии организма, контроль гормональной системы организма и эмоциональные реакции – вот лишь несколько из этих функций. Кора больших полушарий – это самый высокий контрольный пункт центральной нервной системы, осуществляющий самые сложные процессы. Говоря «мозг», мы всегда сперва представляем себе вот эту извилистую структуру. Эта структура, напоминающая собой массу сильно смятой бумаги, и есть кора мозга. Толщина коры головного мозга всего 1 мм. Если расстелить этот слой мозга на ровной поверхности и распрямить его, то он покроет площадь в 1,5 квадратных метра. Задумайтесь. Человек может читать, писать, мыслить и планировать свои действия благодаря наличию этого микроскопического слоя в мозге толщиной всего в 1 миллиметр. Все эти слои мозга обладают непостижимо сложным, совершенным строением. Невозможность случайного возникновения столь сложной системы, как мозг, очевидна всякому здравомыслящему человеку. Любой человек, обладающий разумом, способен осознать, что подобный, сложнейший механизм является очевидным результатом сознательного творения беспредельного разума и могущества. Мозг является плодом бесподобного, неповторимого творения Всевышнего Господа Аллаха. Возраст и ум. В конце периода зрелости в мозге накопились знания и информация, которые человек использует при принятии того или иного решения или разработке стратегии действий. Человек теперь уже не накапливает, но лишь использует ту информацию, что накоплено в коре мозга. Основное отличие, которое проявляется в зрелом мозге, заключается в эмоциях. Гнев, счастье, страх – все эти эмоции хранятся в закодированном виде в определенном участке мозга. В момент нашего рождения все наши эмоции рождаются вместе с нами. И этот факт – великая милость Аллаха, дарованная человеку, и в то же время – великое испытание. Например, чувство страха. Оно оберегает и отдаляет человека от опасностей. Чувство счастья позволяет нам осознавать ценность красот жизни, которые дарованы нам, и оберегать, сохранять их. –
Сознание вне пределов мозга. Информация из внешнего мира, которая поступает к нам в мозг через органы чувств, при помощи колоссальной цепи химических реакций преобразуется в электрические импульсы. Эти импульсы расшифровываются и воспринимаются соответствующими участками нашего мозга. Благодаря расшифровке мозгом этих импульсов мы в результате можем видеть человека или можем, например, ощущать запах цветка, слышать шелест листьев от дуновения ветра. То есть в нашем мозге не существует ни вкуса, в прямом понимании этого слова, ни звуков, ни изображений. В нашем мозге мы можем найти только лишь электрические импульсы, содержащие в себе в зашифрованном виде все перечисленное. С первого мига появления на свет мы видим разноцветный мир, окружающий нас, тогда как во внешнем мире не существует ни единого цвета. Восприятие и осознание цвета возникает в нашем мозге. Во внешнем мире существуют лишь электромагнитные волны различной длины. То есть мир, который мы видим, на самом деле находится внутри нас. Мы никогда не сможем узнать, какова же на самом деле суть материи. Так ли реален внешний мир, как мы воспринимаем его благодаря расшифровке импульсов мозга? Хорошо. Но кто же тогда то разумное существо, которое на протяжении всей жизни в кромешной тьме и безмолвной тишине мозга смотрит те изображения, которые показываются ему, размышляет, делает логические заключения, принимает решения? Совершенно очевидно, что мозг, который по сути состоит из скопления неразумных молекул воды, жира, белков и прочих веществ, не может быть тем мыслящим существом, которое чувствует и размышляет. Должна существовать некая совершенно отличная сущность, которая существует вне мозга. Эта сущность переживает и ощущает все настолько реально, что даже не может осознать, что все видимое и слышимое ею на самом деле не является реальностью слышимого или видимого. Эта сущность — душа человека, сотворенная бесподобным знанием и мудростью Аллаха. Мозг — это всего лишь посредник в передаче и проявлении особенностей души каждого человека. Материалисты, которые отвергают эту истину, пытаются объяснить душу и духовный мир человека как одну из физиологических функций мозга. Однако научные исследования последних 100 лет в области нейрологии, биохимии и психофизиологии показывают полный тупик и абсурдность этих утверждений материалистов. Один из наиболее известных ученых-материалистов, профессор Уайлдер Пенфилд, долгие годы работавший над исследованием мозга, делает такое признание. После долгих лет попыток объяснить происхождение разума и ума как результата одной из функций мозга, я пришел к ясному заключению, что будет логичным принять позицию сторонников идеи о том, что каждый человек состоит из двух важных составляющих. Сегодня мне совершенно ясно, что возникновение и существование ума невозможно объяснить нервными и химическими процессами, протекающими внутри мозга. Так что я понял, что ум можно объяснить только с позиции признания факта, что человек состоит из двух элементов – материи и души. Этот факт, который ученые признали только сейчас, не что иное, как признание той истины, что была сообщена Всевышним Создателем людям в Коране еще 1400 лет тому назад. Аллах сотворил тело человека, а затем вдохнул в него душу. Он сотворил все в самом совершенном виде и начал сотворение человека из глины, а потом сотворил его потомство из капли жалкой воды. Потом он выровнял его и соразмерил, и вдохнул в него от духа своего.